ЖЕКа про должнику. А там такі долги по 8 тисяч, по 7 тисяч, по 10 тисяч. Ну, понятно, от этих тупо... То хто ж буде, які качественні услуги при таких задовженностях, хто їх окаже? Ну що, за свого кармана платить буде тут ЖЕК? Та ні, конечно. Ну, це вже таке, це взаємоотношення. Хто платить, хто не платить. Там і везде. Что, там, где вы живете, там все платят за... У нас вообще, честно. Нет, конечно. Мы одни платим. Потом все снимаем. Потом все рассказывают, что все платят. Потом уже снимаем, честно, все остальные. Спасибо большое. Все, до свидания. Звоните.